Добрый день, дорогие друзья, с вами Игорь, и это Тюнинг Ателье Про Тюнинг на улице Российская, 313. Сегодня у нас еще одна очень важная тема, это автомобильные диски. Как говорится, 80% внешнего вида автомобиля, его красоты у нас заключено именно в колесах, которые установлены на автомобиле. Поэтому давайте разберемся, какие они бывают и что лучше выбрать именно для вашего автомобиля. Ну, во-первых, начнем с видов дисков, какие они бывают по технологии своего изготовления. Их бывает самых основных 4 штуки. Это штампованные диски стандартные, которые используются на бюджетных автомобилях, литые диски, как эти два варианта, кованые диски, которые изготавливаются индивидуально в нашей компании, и составные. Разберем каждый из них подробно, поймем, для чего нужен каждый конкретный вид колес и где что лучше применять. Ну, во-первых, хочется сказать, что штампованные диски особого интереса у нас не вызывают, потому что это уже понятно, это используется только на заводских решениях автомобилях, и никто себе на замену не ставит штампованные диски. Начнем с литых вариантов, с таких вот колес. Во-первых, как это все производится, понятно из названия. То, что металл, специальный состав, алюминия, сплав, у нас выливается в форму уже, в которой есть вот этот рисунок. И путем литья у нас получаются диски такого формата. Но еще они бывают у нас двух видов в плане изготовления самого диска. То есть первое — это flow forming формат. Он немного отличается от стандартного изготовления дисков, потому что у нас выливается в форму, в заготовку не полностью весь диск, а именно его лицевая часть и, ну, грубо говоря, вот до половины заливается сам металл, и дальше он раскатывается у нас на специальном станке, приобретая уже полностью свою ширину и окончательный свой вид. Плюс такого формата изготовления в том, что диск у нас становится крепче, потому что как раз таки путем вот этого раскатывания у нас из металла убираются поры, которые могут быть в нем, если мы просто зальем диск, и из-за этого он становится легче и крепче, чем стандартный литой диск. И второй вариант — это литье под давлением. В принципе, технологически это примерно одно и то же. Мы это делаем для того, чтобы убрать из металла поры, которые в нем образуются при стандартном литье самого диска, и опять же он становится легче и крепче, чем обычный литой диск. Переходим к следующему типу дисков. Следующие — это кованые диски. Опять же, исходя из названия, мы понимаем, что изготавливаются они путем ковки. То есть у нас изначально металл, заготовка, которая идет к данным колесам, он проходит несколько стадий обработки, то есть закаливается, применяется искусственное старение диска, что его как раз таки облегчает по сравнению с литыми вариантами и делает еще крепче. Плюс при различных повреждениях диска, если, допустим, вы въехали в яму, он не раскалывается, как стандартные колеса, а именно сминается, что добавляет ему еще один плюс к ремонтопригодности. Немного вернемся к стадии изготовления такого диска. После закалки у нас имеется, собственно, сам диск, но лицевая часть у него не имеет никакого рисунка, нежели как на литых дисках, а здесь просто сплошная плоскость. И после этого, когда у нас уже есть готовая заготовка, вырезается нужный вам дизайн, который вы захотите. Тут же мы возвращаемся к еще одному плюсу таких дисков, то, что можно сделать абсолютно любой дизайн на автомобиль, который вам захочется, ну, понятное дело, в рамках разумного. То есть, грубо говоря, диск с одной спицей, к сожалению, нельзя сделать, потому что на машине он просто не выдержит тех нагрузок, которые создает масса автомобиля. И это действительно большой плюс, потому что можно сделать все, что угодно. Вы могли где-то видеть колеса на другом автомобиле, вам они очень сильно понравились, захотели поставить такие же на свой. Обращайтесь к нам, мы делаем изначально перед изготовлением диска 3D-модель, просчитываем нагрузки, какие приходятся на данный дизайн, потому что где-то могут быть тонкие спицы, где-то толстые спицы. Говорим вам, какой вес выдерживает данный диск. Естественно, корректируем все это, чтобы на этом можно было ездить без каких-либо опасений, потому что в первую очередь все-таки идет у нас безопасность. Если, допустим, есть какие-то коррективы в дизайне, опять же, мы
прислушиваемся, обсуждаем все это, делаем, в общем, все, чтобы диск вас полностью устраивал своим дизайном. И последний вид дисков – это составные колеса. Делаются они каким образом? Составные, опять же, понятно из названия, что у нас диск состоит из нескольких частей. Если в случае литых и кованых стандартных колес это полностью цельный элемент, то составные диски у нас образуются из отдельно взятого обода и центральной части диска, то есть вот именно с дизайном его, которые соединяются между собой путем крепежа с помощью болтов. Тут же может быть несколько вариантов. Это может быть полностью кованый диск, то есть кованый обод, кованая центральная часть, либо центральная часть у нас может быть литая, и обод у нас может быть кованым. В случае изготовления в нашей компании мы делаем полностью кованый диск, то есть и центр, и обод у вас будет из самого легкого и крепкого материала на сегодняшний день. И еще одним плюсом таких колес будет являться то, что вы можете в плане дизайна достичь еще большей красоты, сделать большую полку на ободе, чтобы она как бы выпирала у вас, давала еще больше объема автомобилю, тем самым он становился еще более стильным. Я надеюсь, что этот ролик был для вас очень информативным, вы подчеркнули для себя новые знания. Мы не стали углубляться в тему, разбирать полностью весь этот вопрос, потому что можно очень много говорить об этом, существует очень много видов изготовления дисков, разные материалы и так далее. В общем, это очень обширная тема. Мы здесь разобрали основные понятия, которые необходимы для обычного человека, чтобы выяснить, что же ему необходимо для своего любимого автомобиля. Я еще раз хочу напомнить, что в наших тюнинг-сервисах ProTuning вы можете заказать для своего автомобиля как литые диски, так и кованые на заказ, изготовить их в любом дизайне, именно кованые диски, даже в самые кратчайшие сроки. Поэтому обязательно обращайтесь в наши офисы, будем с радостью принимать все ваши заявки и подбирать самые лучшие колеса для вашего автомобиля. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео.